Мэрайа Кэрри неловко засветилась, точнее, засветила то, что не планировала. Ее сейчас высмеивают за слишком откровенный разрез платья. Причем речь идет не о декольте, которое так любит Мэрайа, а вот просто при слишком широком шаге оголялась другая часть ее тела. Фотография тут же попала во все европейские и американские таблоиды. Ну и совсем недавно она также была в центре скандала. Подписчики Инстаграма высмеивали Мэрайю Кэрри за фотошоп. Она решила порадовать всех людей и выложила у себя фотографию, где позирует с аппетитным пирогом на День Благодарения. Но вместо восхищения получила очень много обидных комментариев, потому что на фотографии заметно, как там поправлены объемы при помощи фотошопа. И поправлено неумело, ведь очертания предметов на снимке тоже расплылись. Это привлекло внимание дотошных блогеров. Они раскритиковали снимок и посоветовали певице не увлекаться пирогами. Тогда ей фотошоп, говорят, не понадобится.